On the other side of a street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. Upside to a downward spiral, my love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again. Меня зовут Аджара, я выпускница команды Enactus CRSU. Я на самом деле просто посодействовала немножко в организации нашим ребятам. И у нас хорошая такая цель, мы хотим хорошо провести время, научиться готовить, провести время со своими друзьями, близкими. Что важно, то что наше мероприятие, оно первое такое тестовое, и нас в этом очень хорошо поддержал ресторан Prego, вот в лице их владельцев. И инициатива Food Rave, она является одним из проектов команды Enactus CRSU. Вот, а целью проектов в основном является помощь, поддержка людям с помощью предпринимательства. И это как раз яркий пример, когда команда ищет какие-то новые бизнес-подходы к продвижению того же ресторана, к тому, чтобы привлечь больше клиентов сюда. Потому что я уверена, многие люди останутся под хорошим впечатлением от ресторана, от прекрасного повара, от классного подхода к мероприятию. Поэтому следите за событиями. I didn't need you until I came to, and I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. Guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause oh, I-